Терраса по размеру у нас 2 на 5. Не маленькая, не большая. Комфортная, уютная летняя комната отдыха наша. Друзья, приветствую вас на своем канале «Жизнь в стиле Прованс». Сегодня будет видео, обзор моей террасы летней в деревенском доме. Это комната отдыха летом. Покажу, как у меня там все устроено, там все просто, по-деревенски. Приглашаю вас всех к себе в гости. Приятного просмотра. Это вход на террасу. Здесь у меня растут кашпо с петунией кустовой. У нас сейчас стоит жара, цветам приходится несладко, но цветут потихоньку, радуют. На этой террасе мы проводим очень много времени. И летом, и зимой здесь приятно посидеть, подышать свежим воздухом. Давайте пройдем в эту часть беседки, посмотрим. Здесь стоит столик, кресло для отдыха. Здесь вот такая деревянная решетка. На ней растет плющ. Вот так уже все оплел, закрывает от дома соседей. То есть, когда мы находимся на беседке, чувствуешь себя комфортно. Вот так я могу полюбоваться с беседки своим садом. Сейчас уже вечер, немножко жара спала. Как-то под видео меня спросили сорт этого плюща. Он вечно зеленый. Сажали мы его довольно-таки давно. Я не помню название именно этого сорта. Просто вам сейчас покажу листики поближе. Вот так они выглядят. Мы живем в Калининградской области. Он зимует без проблем. Вот такой вот плющ. Там, по-моему, два куста посажено. Вот так вот он разросся. Единственное, что мы не даем ему расти дальше. На крышу террасы. Ограничиваем его там в росте, чтобы он только рос на этой вот деревянной решетке. Зимой, конечно, он не так выглядит красиво, но все равно листву он не сбрасывает практически. Вот такой вот вечно зеленый и есть. У меня здесь все просто. Люблю простые такие букеты садовые. Цветов у меня достаточно в саду. Меняю букетики. Приятно здесь утром или вечером, или в обед попить чай, кофе и полюбоваться вот такой вот природной красотой. Здесь на стенке у меня висит вот такой вот венок, я плела из лозы винограда. Сейчас покажу, какие цветы у меня здесь находятся. Цветов у меня не очень много. Покажу вам эксперименты. Цветы в кашпо вместе с овощами. Мне очень понравилось, как это смотрится. Здесь у меня стоит такой небольшой столик. Все цветы не выносила свои комнатные. Решила не выносить в этом сезоне сюда, на террасу. А вот немножко денежное дерево, несколько горшочков. Это тоже так, столик декоративный для души. А вот здесь у меня находятся цветы, которые в корзинке. Здесь пеларгония вот такого красивого цвета и горшок с мангольдом и салатом. И вот так это смотрится. Здесь тоже стоит корзина. В ней находятся цветы. Львиный зев карликовый в горшке и циния. И с ними вот здесь соседствует в горшке
мангольд. Такие декоративные листья. Мне вот нравится такое сочетание. Здесь кашпу стоят, разрастаются Сан-Виталия. И колиусы. Но это будет декоративно чуть попозже. И сейчас пойдем в другую часть беседки. Здесь также стоит вот такой диванчик для отдыха. Люблю я вот такие половики в деревенском стиле. Также вот такая деревянная решетка. Там за ней растет сирень, закроет со временем обзор от соседей. Немного пеларгонии. Уже первая волна цветения была, сейчас пока не цветет пеларгония. Здесь растет у меня виола ампельная. И тоже вот такая композиция в корзине из салата. Вот такой красный салат. И алисум зацветает. А это фонтан наш. Иногда включаем, приятно посидеть. Вода, когда течет, особенно когда жарко. Фонтан электрический мы покупали. Вот он, видите, вот это вот фонтан, он такой низенький. То есть мы придумали, купили вот такой под цвет фонтана, серое кашпо. Там, по-моему, в кашпо лежит земля, камни. И мы просто вот так поставили, чтобы фонтан смотрелся получше. Потому что если поставить его на пол, ну, очень низко, не очень красиво. Когда-то мы тоже тут делали небольшой водоем. Там была композиция с этим фонтаном. Всякие растения такие, которые для водоемов. Ну, потом убрали. И вот поставили этот фонтан на беседку. Вот так журчит вода громко. Ну, фонтан такой красивый. Мне нравится, что он серый, такой цвет благородный. И вот такую как бы мы ему подставку сделали из обыкновенного кашпо. Это пластиковое кашпо. Здесь также в кашпо цветет лобелия. Видите, какие шапки. Это также она посажена. У меня есть видео на канале, я все цветы сажаю букетным способом. Вот так вот она разрослась. Ну, я говорю, что у нас жарко, немножко, конечно, растениям тяжеловато. Ну, сейчас жара вечером спадет, и я их полью, и будет им прекрасно. Вот такое яркое солнце садится. Ну, вот я вам показала, где я отдыхаю летом, когда поработаю в своем саду. Вот такая у нас небольшая терраса. Зона отдыха, на которой приятно находиться.
Ну, а коты здесь тоже любят отдыхать. Это кот Вася, рыжий. Еще есть кошка Муся, черненькая. Сейчас вам покажу еще, как выглядит решетка. Вот это с плющом с той стороны. Вот так плющ смотрится с этой стороны. С плющом здесь еще соседствует клематис.